Ситуацию на потребительском рынке и вопросы ценообразования обсудили сегодня во Дворце независимости. Дефицита в магазинах нет ни по одной группе товаров, доложил президенту профильный министр. Главу государства интересовал прогноз развития продовольственного рынка. Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии. Постоянный мониторинг цен и при необходимости их регулирования неукоснительное требование Александра Лукашенко. Все эти шаги принимаются для того, чтобы корзина ежедневных покупок была доступной для каждого белоруса. Меры по развитию биологической безопасности рассматривают сегодня на Совете министров иностранных дел ОДКБ. В мероприятии по видеосвязи участвует глава МИД Беларуси Владимир Макей. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят также перспективы развития международной и региональной безопасности. Сотрудничество ОДКБ с интеграционными объединениями СНГ и ШОС отдельное внимание уделят развитию миротворческого потенциала организации. В Беларуси планируют снизить налог для предприятий за организацию сбора и утилизацию бумажных пакетов. Такая норма предусмотрена проектом постановления Совета министров, который вынесен на общественное обсуждение. В случае одобрения плата за утилизацию бумажной тары для производителей упаковки может подешеветь на треть. Данная мера должна простимулировать переход производителей к экологической таре.